из нее показывать фокусы и трюки! Ну и как же? Зрители увидят, если мы будем показывать фокусы в тыкве. Я все продумал. Я сделаю большое окно. Если вы хотите, то я могу даже сделать тыкву стеклянной. Нет. Думаю, в этот раз мы обойдемся без тыквы. Поддерживаю обоими крыльями. Не хочу жить в тыкве. Вот так всегда. Вот только мне в голову придет гениальная мысль, я сразу отвергаю. Ничего страшного. Я даже помню, как вы не дали мне превратить Эйфелеву башню в бегемота. Но что здесь плохого? Ведь бегемот куда интереснее. Мотивать умеет. И такой талантливый. Бегемот, безусловно, талантливый. Но все-таки не стоит превращать в него Эйфелеву башню. Боюсь, жители Парижа этого не одобрят. Хорошо, Борис. Если тебе не нравится этот фокус, то я могу показать другой фокус, тоже удивительный.